Совместная комиссия по всеобъемлющему плану действий по ядерной программе Ирана провела конструктивные и нацеленные на результат переговоры, в том числе по возвращению США в ядерную сделку. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза. Хотя прямых контактов между делегациями США и Ирана не было, представителям России, Китая, Германии, Франции и Великобритании удалось наметить план действий. Сформированы две рабочие группы, одна из которых займется вопросом снятия американских санкций, другая – возвращением Ирана к условиям сделки. По словам аналитиков, несмотря на наличие обнадеживающих сигналов, дальнейший диалог не будет простым. Это только начало, и это своего рода гонка со временем. Будет нелегко добиться нужной последовательности шагов заинтересованных сторон. Роль Европы в посредничестве будет иметь ключевое значение. Необходимо учитывать и временной фактор. Речь идет о том, что нынешним летом в Иране должны состояться президентские выборы. Переговорщики опасаются, что в Исламской Республике может появиться еще более жесткое руководство. На фоне завершившихся в Вене переговоров власти Ирана освободили южнокорейский танкер. Аналитики рассматривают этот жест как готовность Тегерана продолжать диалог. Новое заседание совместной комиссии должно пройти в Вене на следующей неделе.